Чебоксарах возбудили уголовное дело о падении годовалой девочки в открытый люк канализационного колодца. Напомним, чрезвычайное происшествие произошло в микрорайоне Альгешево 14 июня. У дома номер 7 по улице Болгарстроя рабочие проводили плановую промывку канализационных сетей и в какой-то момент отлучились, оставив люк колодца открытым. В него и упала девочка в возрасте год и 10 месяцев. Она вышла из подъезда вместе с мамой. Удивительно, но ребенок отделался испугом и синяками. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника водоканала. По версии следствия, подозреваемый в нарушении требований безопасности при ремонте и эксплуатации сетей водоснабжения и канализации не оградил открытый канализационный колодец, расположенный у входа в один из подъездов дома номер 7 по улице Болгарстроя. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.